Еще недавно сложно было представить себе, что на дороге потихоньку начнут выезжать беспилотные автомобили. Конечно, пока это редкость. Но специалисты утверждают, что уже через 5 лет авто без водителя на улицах городов станет привычным делом. Говорят, что все беспилотники смогут общаться друг с другом и даже друг у друга учиться. Давайте представим, а как это может выглядеть. Пока многих из нас беспилотники больше пугают, чем радуют, возникает масса вопросов. Например, что делать, если робота-водителя взломают хакеры? А что делать, если у беспилотника отключился интернет и он заблудился? Как научить машину принимать сложные решения на дороге? Как научить робота ездить среди непредсказуемых людей? Могут ли два беспилотника врезаться друг в друга? Кто проектирует беспилотники? Те, кто делает автомобили, или те, кто делает роботов? Ответы на эти и другие вопросы в открытом уроке «Проектория. Кто у руля?». Подключайся 19 декабря в 13:00.